Здравствуйте. Вроде еще ноябрь, а я вот решила достать свою коробочку с семенами и посмотреть, что мне надо купить, докупить, что-то осталось еще с прошлого года, что я буду сажать или нет. Вот у меня вот такое большое количество помидор. С обзора сортов томатов или помидор мы и начнем. Вот первые два. Золотое сердце и хурма. В принципе, они похожи такие по высоте куста, по срокам созревания. Хурму очень хвалят, но мне понравилось больше всего золотое сердце. Так что хурму в стороночку, золотое сердце посажу. Семка. Это очень хороший сорт, мне понравился для засолки. Пузатохата и инжир розовый. Они очень похожи. Сажать и то, и другое я не вижу смысла. Я посажу один кустик инжир розовый. Этого мне вполне достаточно для салата, для сока. Очень урожайный сорт. Пузатохату я пока отложу. Сахар коричневый сажаю уже лет 7. Очень мне нравится. Я его оставляю. Банан красный. Естественно, оставляю. Очень нравится мне этот сорт. Ранний, невысокий, вкусный. Можно вялить, можно солить. Даже в литровой баночке. Плоды не очень большие. Оставляем. Каспар тоже. Если это настоящий каспар, а его купить очень сложно, вы не нарадуетесь на него. Рекомендую. Томат талалихин. Не могу найти. Семена потеряны. Вот пакетик лежит. Если увидите, обязательно покупайте. Вкусный, низкорослый, весь усыпан томатами, но не популярен, не раскручен и почему-то перестал появляться в продаже. Банановые ноги. Разрекламированные. Но отзывов все больше плохих. Откладываю в сторонку. И вот еще купила, что-то у меня все желтенькое, красненькое, розовенькое, нет ничего зелененького. Вот у меня будет такой томат, самоцвет изумрудный. Небольшие плодики 30-40 грамм, высокорослый, до потолка, и вот будет увешан такими томатами, как написано, сочного вкуса. Посмотрим, что такое сочный вкус. Евпатор. Прошлогоднее мое открытие. Довольно красивый, урожайный. Хранится до сих пор режем салат. Сажаю. Бычье сердце. Но без бычьего сердца теплица это не теплица. Семка 25. Тоже открытие прошлогоднее. Кистевого типа помидоры. Небольшие сладкие. Хотите, вяльте, хотите, солите, хотите, маринуйте. Хотите, в салат режьте. Сажаем. Сибирский скороспелый тоже беру. Наливные пальчики. А вот это у меня новинки. Посажу по паре для испытаний. Это листопад. Лотаринская красавица желтая. Нина. Амурский тигр. Вот такой полосатый помидор. Томат сибирский скороспелый. Это я обязательно сажаю уже много лет. Сердцеед. Вот такой вот мясистый. Малиновый богатырь. Монгольский карлик. Нашла семена. Посажу, попробую. И мазарини. Еще из прошлогодних нет у меня пакетиков. Было прислано мне в ручной распасовочке. Это клубника немецкая желтая. И минусинский сорт домашние сердца. По кустику посажу. Больше, мне кажется, не стоит. Я не в таком восторге от этих томатов. Так что зеленушки. Вот свеклочку. Говорят, очень вкусная свекла-мулатка. Купила аж 3 пакетика. Себе и кому-нибудь еще подарю. А вот это вот я купила в прошлом году. Червоная кула. Не понравилась совсем. Но никакая. Редис. Мой любимый. Заря и дуро. Сажаю весной и летом. В июле, в середине, в конце. Великолепный редис вырастает, сочный, ничем не пораженный уже. Ну и зеленочки. Это, естественно, салаты. Вот тут 4 сезона. Рукола обязательно должна быть. Перец, еще вот золотой юбилей. Еще у меня новинка перец. И безымянный сорт такой оранжевый. Я его тоже все время сажу уже несколько лет. Ну, петрушечка вот для украшения. Вот такая кудрявенькая петрушка.
Шпината сею много, что-то съедаем, а как начинает зацветать, срезаю и замораживаю. Добавляю вместе с крапивой, с щавелем зимой в супы. Обязательно крест-салат весенний. Хорошо его даже можно сажать под зиму. Ну, петрушка у меня. Кабачки вот взяла в прошлом году 2 сорта. Грибовский такой старый сорт известный. Но мне вот понравился ролик вот такой вот. У него очень сочный, нежная мякоть. Баклажаны что-то со мной не дружит. Но вот покупала я вот такой вот красавчик. Черный красавец. Мне понравился. Немножко форма такая у него необычная, каплевидная. Но вырос, действительно не горчил. Что так еще? Огурцы. Огурцы пока вот купила только Шоша. Хочу попробовать, хвалили его. В прошлом году сажала младший лейтенант, настоящий полковник, 3 танкиста. Заболели все корневой гнилью. Выдержал только Отелло. Вот Отелло посажу. Насчет тех сортов подумаю. Буду сажать еще кустовой. Это гибриды. Партенокарпические. Женским типом цветения. Вот здесь вот у него из одного места будет расти 3 завязи. Вот такого букетного типа цветения я обязательно посажу. Мне очень нравится. Ну и, как всегда, рискованное занятие – это посадка дынь и арбузов. Вот такие покупаю арбузы ультраранние, чтобы успели у меня вырасти. Вот дыня Роксана мне понравилась, медовая сказка. Вот это тоже очень сладкая дыня, гладенькая-гладенькая такая. Тыквы, вот улыбка, конфетка, люблю оранжевую мякоть. Вот это бесподобная вкусная была тыква прованская. Она у меня даже недозрелая была, очень сладкая. Ну что еще? Вот немножко купила новиночек. Ну это опять редисочка Дуро. Евпатор, потому что прошлогоднее весь посадила. Подарочек один пакетик. И шапка Мономаха тоже в пакет. Ну и что еще? Вот осталось... Укроп у меня сам сеется своими семенами. Вот как купить теперь, докупить огурчиков. Еще хочу опять все-таки посадить родничок. Старый такой сорт, прекрасный для засолки. Пчелки по теплице летают, так что ничего, он у меня опылится. Вот такие вот у меня семенные дела. Всего вам хорошего, удачи и до встречи на моем канале. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы было, быть всегда в курсе моих видео. Ставьте классы, если не понравилось, увы, антикласс. И задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.